Всем привет! У меня, значит, вернее, не у меня, у моего сына сегодня распаковочка. Он получил, значит, с Алиэкспресс посылочки. Вот, и, в общем, я хотела поделиться, может быть, кому-то надо. Он у меня, значит, делает вот эти кожаные ремни. Вот, в общем, у него были заказы, он несколько уже сделал, продал. Вот, вот такой вот кожаный ремень, вот так вот сделано, вот пряжка, вот, это чистая кожа, кожу он тоже покупал, этот ремень он сделал себе, это его ремень, вот. И, значит, сейчас перехожу, он, значит, купил две пряжки на ремни, будет делать, ему, наверное, заказали ремни, вот, он будет делать ремни, и вот, в общем, вот такие вот пришли ему две пряжки, вот, и вот, вот такой вот отбойник, вот этот отбойник стоит 2000 рублей, вот, это все для, чтобы делать ремень. И еще хочу показать, вот эти ножницы он выписывал позже, ой, то есть раньше, вот. В общем, это специально ножницы для кожи, но они отлично все режут. И, в общем, я хочу тоже себе заказать такие ножницы. Вот, они мне очень понравились. В общем, режут все. Вот. Ой, сын смеется, говорит, что я сказала неправильно. Это, оказывается, пробойник, не отбойник. Вот, в общем, вот такая кожа у него. Это кожа специально на ремни. Кожа настоящая. Это не кожзаменитель. Вот. Вот такая вот кожа у него. Он занимается. И еще хотела показать. Вот здесь вот у него он делал бумажник себе вот из такой кожи. Вот. А где он у тебя? Или ты его продал? В общем, вот еще вот такая кожа у него. Вот это все чистая кожа. Вот. Вот такой бумажник он себе сделал. Это его первая работа. Здесь, значит, у него вот такой свой знак. Лисичка. Ты тоже на Алиэкспресс заказывал, да? Как это называется? Лису, чтобы делать. А, Кость? В общем, вот ему на заказ сделали вот такой штамп. Он сам рисунок себе выбирал. Вот, это его первая работа, я повторюсь. В общем, вот так вот у него получилось. Это тоже чистая кожа. Это все ручная работа у него. В общем, вот такой вот бумажник он сделал. Одной рукой неудобно. Так, еще вот здесь отдел у него. Вот. В общем, вот такой. Он еще делал, да, ты еще делал бумажник, продал, да? Он еще делал бумажник, но это была уже вторая работа, была уже намного лучше. Вот, но он его, в общем, продал. Ему заказывали. На этом все. Всем пока-пока.